Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, я решил попробовать посмотреть эту игру, которая очень часто мелькает у меня в рекомендациях, и она такая довольно-таки хайповая, как мне кажется, и мне стало интересно посмотреть, что это такое, что это за Garten of Banban. Первого я еще игнорировал, но с выходом второго я такой, нет, надо посмотреть все-таки, надо быть в теме, понимаете? Для родителей, которые ищут своих пропавших детей... Время — это очень деликатный момент. Нажмите на часы, чтобы... Что? Advance time? Не знаю, что значит advance. Что-то со временем. Распределить время или следить за временем. Я родитель, который ищет своего ребенка. Господи, с успехом Хаги-Ваги и Rainbow Friends потом еще в Роблоксе. Разрабы почувствовали золотую жилку. И теперь будут делать всяких дурацких, цветастых, непонятных персонажей. Чтобы... Ну, чтобы делать их. Потому что почему бы и нет? Почему эти два автомата винговых такие черно-белые, какие-то странные? Странно, что они черно-белые. Погодите. Так, вот это нужно взять. Ключ-карта от синей двери. О, это как в Квейке. Найдите синий ключ. Найдите красный ключ. Потом желтый еще нужно будет найти. Пульт. Это дрон. Две батарейки нужны. Две батарейки для пульта. Хорошо, давайте пройдем, может быть, сюда? Сюда нельзя. И сюда нельзя. Батарейки лежат где-то тут. Одна и вторая. Типа... О, и дрон. Смотрите, и дрон летает. Он будет за мной летать? Слушайте, походу им нужно будет кнопочку нажать, да? Используйте левую кнопку мыши, чтобы использовать вашу игрушку. И что я сделал? Нажмите правую кнопку мыши, чтобы телепортировать игрушку в ближайшую комнату. Куда я телепортировал его? Вот сюда. Сюда лети. Хорошо, нажимаю вот так. Не ту кнопку. Все, я понял. Вот так это делается. Сейчас мы телепортнем его, и теперь сюда нажимаем. Вот. Как-то долго он все это делает. Тупорылый пуль. Давай, нажимай на кнопку. Есть! Открывай дверь. Но он не открывает дверь-то почему-то. Дверь-то ты будешь открывать мне? Еще одна. Пинг. Нажали. Во, все, первое. Смотрите, что это за страус? Что это такое? Ты кто такой? Пойдемте посмотрим на него. Его здесь нету. Телепортер, давай сюда, ко мне. Ой, телепортер, это не телепортер. Погодите, я не могу пройти здесь. Стекло. Нельзя через желтое стекло управлять дроном. Значит, нужно убрать желтое стекло, найдя желтый ключ. Ящики открывать нельзя. Желтый ключ по-любому где-нибудь здесь. Воу, меня плющит, потому что физика галима работает здесь. Да и нифига, не нужен никакой ключ, потому что вот мы можем просто взять и зайти. Дрон, иди сюда. Ты не можешь. Ну хорошо, давай вот так просто нажмем. Он, я думаю, облетит, да? Он же не тупой. О, вот что решил сделать. Ладно, жми, давай. Ты будешь лететь или как? Но кнопка не нажалась. Стоп, а может быть он может вот сюда влететь? Если это, конечно, стекло. Ну-ка давай, разгон! О, нет. Погодите, а у меня, оказывается, был ключ. Я его взял, я даже не помню, чтобы я его брал. Вот, мы открыли новую локацию. Ты птица, ты выглядывала. Я помню, это ты выглядывала. Не притворяйся, не настоящий, ты живая. И смотрите, даже можно внутрь пасти и заглянуть. Какая у нас тут цель, что мы должны сделать-то, непонятно. Просто поиграться, может быть, нужно здесь. Ну, наверняка можно использовать эти качели, да? Наверняка они качаются. Нет. Прикиньте, качели даже не качаются. Мне кажется, в таких играх, когда ты делаешь детские площадки, как раз-таки нужно... давать возможность игроку поиграться со всем этим. Видите, качели просто закаменелые. Дрон, ты где? Здесь. Ну-ка, давай в птицу. На полной скорости, в птицу. Хрень полная. Хорошо, а в доски? Погодите. Яйцо собрали. Надо собрать яйца, походу. Сколько? 6 яиц, чтобы получить свой приз. Все, я понял.
Еще 4 яйца осталось. Я же не... Оп, смотрите, я что-то нажал. Что-то нажал. Секрет. О, кнопка появилась, да? Или она была здесь уже? Пусть туда дрон влетит. Молодец. Все, давай. Лети! Почему? Как ты... Каким образом сюда поставилась? Я же сюда нажал. Лети давай, мужик. Ну, бесишь. Ну, какой ты... Какой-то медленный. Мы нашли всего 3 яйца. Нам нужно еще 3. Осталось 2. Вот еще одно лежит. Наверное, когда кнопку нажал, может быть, оно выкатилось. Последнее яйцо, друзья, и оно будет, как всегда, самое нелепое, да, самое долгое. Вот оно, нашел, прикиньте, быстро нашел. Окей. 6 яиц, как вы и просили. 6 яиц в рот. Найди яйца. А, стоп, я еще оно не нашел? Мне казалось, я нашел. Я не нашел яйцо, прикиньте. Как-то я неправильно посчитал. Ладно, последнее самое такое будет. Приз! Дайте приз! Что за фигня? Зачем я это искал? А, во рту ваша награда. Ключ. Желтый ключ! Так как нам нельзя присесть... Нужен какой-то инструмент. Видимо, какой-то молоток нужен. Так, желтый ключ. Желтый ключ вот здесь мы можем применить. Так, никто здесь не нападет на нас, надеюсь. Кнопка. Дрон. Стой, стой, стой. Дрон, давай, лети. Не хватает скорости. Скорости управления этим дроном. Потому что сейчас тут долго мутит, думает, что... Мы открыли дверь. А тут молоток и записка. Distraction at 1. Distraction, отвлечение. 1. Окей, ладно, неважно. У нас есть молоток, мы можем пройти сюда теперь. Интересно, это большая игра вообще? Опа. Пробел, чтобы прыгать. Я понял. Топ, нам нужно... Нам нужна оранжевая карточка. Я вот сейчас вижу, что эта птица бегала по стене каким-то образом. И клювом впивалась в стенку. Вот еще, по-моему, это кнопка. Это не кнопка. Я не знаю, что надо делать. Надо в другую сторону идти. Аня, секундочку. А вот это для чего? Вот. Хорошо. Хитро так повесили. Я думал, что это для того, чтобы дверь открывать. Какая-то скамейка опускается. Дальше что? Она отправит нас на ту сторону? Видите, там тоже желтая. О, нет. Теперь мы можем нажать. Все. Мы переправляемся. Я так понимаю, что это тоже какое-то исследовательское учреждение, да, где исследуют детей. Что-то я там вижу, какая-то записка. А, эти креслица, эти лавочки меняются местами. Все, я понял. Что? Я хочу поиграть с дыркой. Птица-дырка. Я один, я хочу поиграть с птица-дыркой. Но все меня бросили. Все... У всех... Все тусуются без меня. Мисс Мейсон присматривала за мной, но ушла. Видимо, это ребенок писал, поэтому так немножко коряво. А? Я боюсь, потому что дырка громкая. И мои друзья кричат в эту дырку. Но птица забавная. Понял. Кнопка раз. Желтый.
Я включаю всех этих персонажей. Смотрите, что это? Ничего. Зачем я включил персонажей? Цвета. Какой у меня цвет? Ладно, у птицы точно вот этот цвет. У тебя... Как я его должен... Ой, мне нужно в самое начало, что ли, идти? Итак, я сбегал, значит, получается... Ой, нет, нажал, извиняюсь. Красное должно быть это. Красный, белый. Зеленый. Этот правильно. Дальше у нас... Дальше у нас этот чел снова белый, по-моему. Так. Вот. Все. Все правильно сделал. Итак, у нас новая. Что за звук? Ты звезда. Ой, погодите, птичка! Птичка же это! Птичка! Дрон, ты мне нужен! Атакуй птичку! Атакуй! Блин, нет! Нет! Что мне нужно сделать? Сюда! Я не знаю, что я должен сделать! Нажал? Он нажал на кнопочку. Ой, спасибо. Нет! Я не знал, что там двигающиеся вот эти паттерны будут. Сори. Я подох. Грустич малик. Ладно, я не ждал. Это было немножко напряженно, когда эта птица так на меня ехала спокойно. Реинкарнировать нажмите И. Я нажал, да я реинкарнирую быстрее. Все? Все сделали? О, гуд. Дрон. Сюда лететь. Кнопку нажать. Жми скорее кнопка. Ох, как мы были близки. Да пожалуйста. Да пожалуйста. Черт, стой. Быстрей. Ты нажмешь или как сраную кнопку? Урод, а? Окей, побежали. Побежали. Черт! Быстрей! Блин, ты почему я могу пройти? Почему я не могу пройти? Чтобы этот дешевый скример посмотреть. Вот почему я не могу пройти. Какого дьявола? Я сдох. Игра говорит мне, что я сдох, но я не мог пройти через этот проход, сраный. Быстрее. Птица! Птица очень ускорилась. Хочет моей смерти. Нет, быстрее. Все, отлично. Пожалуйста, без багов. Почему я не... Ребят, я не могу пройти! Все, я разобрался, что нужно делать. Сначала было непонятно. Жмем кнопочку, и птица дохнет. Все. И тогда игра нас пропускает. Не очевидно было. Не сразу понятно. Ну ладно. Птица сдохла, мы победили. И что дальше? Дальше-то что? По-моему, мы взяли как раз-таки карточку вот от этой двери. Да, открывай быстрее. Что у нас здесь? Записка. Итак, Утман Адам. Монреаль, Мадрид, ля-ля-ля. Мы взяли какой-то посадочный талон, получается, да? Гляньте, тут кнопка. Это нельзя нажать. Здесь ничего нельзя нажать. Что? Что это? Ага. Что сейчас произойдет? Мы нажали таинственную кнопку. Я задолбался. Все-таки это кнопка нажимаемая. Ну как понять, когда она такая темная? Игра, ты издеваешься. Хорошо, мы что-то нажали. Что-то мы изменили в этой жизни. Что? Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Так надо? И кто, птица поднимется? Давай, дрон, исследуй. Исследуй, дрон.
Она поднимается или что? Смотрите. О, реально. Давай же, пускай меня. Все, я могу прыгнуть. Давайте, аккуратнее только. Оп! Получается, мы еще одну дверь там не открыли. Пока, дрон. Жди меня здесь. Может быть, пока найдешь ключ от той двери, которую я не открыл еще, а? Пожалуйста. Кнопку ударь напоследок. А, я не могу. Я не могу им пользоваться здесь. Воу, no. Ну почему? Почему неисправность? О, блин. Тихо, 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 перестань. Наверх, дрон! Дрон, тащи меня наверх! Какая... Что это, грин? Это Бан-Бан! Да, ты Бан-Бан, тебя так зовут? И мы упали вместе с ним. То есть... А-а-а! Упали! Спасибо за то, что поиграли в Бан-Бан. О, мы первую часть прошли. Вот такая вот игра Garten of Ban-Ban. Я не знаю, что сказать про нее. Мне понравилась механика управления дроном. Она пока не идеальна, но в целом у нее большие перспективы, чтобы можно там с ней прикольные всякие штуки делать и решать всякие головоломки. Что я люблю. Персонажи классные, мне очень понравились. Ну, с птицей реально был прикольный момент, когда она так вот ехала. И я почувствовал, что сейчас мне будет хана, она так еще просто проезжая мимо, так смотрела на меня. Ну, в общем, в этом было напряжение, это мне понравилось. Реализация хромает. Ну, в общем, если вам понравилось, говорите мне и поиграем во вторую часть. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про все мои соцсети, ссылки будут в описании. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!